уезда на границе земель русских с башкирскими, в самом преддверии Башкирии на рубеже страны христианской с мусульманской у подножья живописных гор расположена небольшая деревня Андреевка. Некогда жители Андреевки были крепостными некоего Циолковского. Забитые, приниженные крепостничеством, обездоленные малым наделом земли, заброшенные в захолустье, затертые нуждою, андреевцы жили вдали от храма Божия и не смели думать о том, что у них в родной им деревеньке когда-либо будет воздвигнут благолепный дом молитвы. А с минаретов близлежащих башкирских деревень всегда в одно и то же время раздавался голос ревностных служителей ислама, разносимый звучным эхом по ущельям и горам соседней Башкирии. Неисповедимы пути Господни. И вот осенью 1901 года состоялось торжественное освящение нового храма. Накануне освящения длинные вереницы окрестных и отдаленных селений, конные и пешие, потянулись в деревню Андреевку. Шли и ехали старые и молодые, женщины и мужчины. Всех влекло желание посмотреть редкостную красоту Андреевского храма, так щедро украшенного почтенным храмоздателем. Великолепный храм, видимый за несколько верст издали, сиял богато вызолоченными крестами, возвещая путникам, что и здесь, на границе христианства с исламом, воссияла благодать Божия. В тот день нависшие над деревней живописные горы, начинающие собой Башкирию, впервые огласились звуком благовеста святого храма. С умилением глядя на восхитительную красоту храма Архангела Михаила, вспоминается рассказ о послах святого Владимира, поразившихся великолепием греческого храма и служения. Вместе с тем помнят в деревне историю про одного умного башкира, который так был поражен величием Андреевского храма, что сказал: «Видно, хороша ваша вера», — говорил он. «Больно хорошую церковь построил Чистозвонов». Тот же башкир выразил желание побывать и внутри храма. Храм, значит, действовал до 1930 года. В 30-м году священника отца Григория, значит, расстреляли. Вот. Из 30-го года по 1996 год храм использовался как зернохранилище и зернодробилка. Святые отцы называют монашество наукой из наук. Как непросто открыть школу или институт, или больницу, тем более монастырь. Здесь надо кровь свою проливать. Строитель монастыря уподобляется в своем подвиге Христу, когда он молился в Гефсиманском саду. И был пот его, как капли крови, падающие на землю. По-другому не создаются монастыри. Не даст всходов земля, если не орошать ее обильно молитвенным потом. Можно построить храм, можно построить келью и трапезу, но если не будут в обители возноситься теплые молитвы к Богу, суетен будет труд. Снег,
Со дня своего основания обитель живет по строгому афонскому уставу, который ввел основатель, строитель и духовник монастыря сии архимандрит Серафим. Отец Серафим был насельником свято-пантелеймонова русского на Афоне монастыря, где нес послушание благочинного, ризничего и другие. Только болезнь вынудила его вернуться на родину. Перед отъездом на пристани он плакал, предчувствуя долгую разлуку. К нему подошел один старец-грек и сказал: «Отец Серафим, не плачь. Божья Матерь умолила сына своего, чтобы Господь послал тебе эту болезнь, и ты через нее открыл бы дивный Афонский монастырь в России». Тогда, а события происходили в 1981 году, это казалось несбыточной мечтой. Но человек лишь предполагает, а располагает не человек, а всемогущий Бог, у которого и тысяча лет, как один день. Когда-то великолепный храм архистратига Божия Михаила был обнесен очень красивой оградой, на каждом столбе которой сиял вызолоченный чугунный крестик. И в этом была своя идея. На этих столбах не поставлены красивые фонарики или разноцветные шары, как это делается на других оградах. Нет. Здесь всюду красовался Святой Крест. Здесь, на рубеже страны и сени смертной, на бойкой дороге из Башкирии в православную Россию, должен сиять Святой Крест, великий, победный символ веры Христовой. И как потрясающе сильно видеть сегодня кресты на другой, более мощной ограде монастыря, окружающих и возвышающихся над храмом горах. Первый крест мы поставили на горе, вот, которая у нас находится на севере от монастыря. Она по своей форме похожа на Афон, гора. Вот, так как отец Серафимский у нас, отец Серафим у нас афонский, так сказать, старец из Афона, он, значит, благословил поставить туда крест. Ну, как бы крест это, как говорится, никогда неплохо, когда он стоит где-то. Тем более, если стоит на горе. Потом со временем поставили на второй горе крест. Мы ее назвали Елеонская гора. Там, значит, была часовня. В 30-м году ее взорвали. Остался фундамент. И в центре фундамента как раз поставили второй крест. Ну и уже, как бы, чтобы поставить третий крест, это уже следующая гора у нас называется Фавор. Мы так называли его. Там, значит, у нас 5 лет назад поставили третий крест. Главное – богослужение. Все остальное – приложение. Это весьма часто повторяемая установка отца Серафима вот уже 10 лет остается важнейшим пунктом всей монастырской жизни наряду с другим, не менее важным. Храните мир и любовь. Где мир и любовь, там Бог. Стараемся жить по афонскому уставу, так как наш основатель монастыря, сии архимандрит Серафим, он жил 6 лет на Афоне. Вот, и вот он старается так все эти афонские традиции здесь сохранить. И мы это тоже стараемся как-то выполнить. И вот, так сказать, наставление и предание. Насельников у нас сейчас 14 человек на сегодняшний день. Конечно, такого нету, чтобы так, допустим, пришли один раз и все, и больше не уходили. Как-то число колеблется, но в основном как-то так вот около апостольского числа 12, 13, так вот 14 человек. Как-то особо больше не разрастается пока.
Вот уже более 10 лет возносятся в монастыре молитвы о мире всего мира. Службы уставные, без сокращений. По словам святителя Феофана Затворника, главное дело монахов есть молитва неусыпная, непрестающая о церкви, отечестве, живых и мертвых. Они – жертва Богу от общества, которое, предавая их Богу, из них составляет себе ограду. Так в море житейском.